вот ВСУ вышла из Золотого. Так сейчас. То есть оставила эти территории на попечительство, на серые зоны. Как вы считаете, это позитивно, это положительно, нормально, что националисты, там Азов, корпус, нацкорпус будет там дежурить, чтобы на местное население не нападали боевики путятинские? Ну почему бы и нет? То есть это позитивно, нормально, правильно? Ну, что, нормально. То есть ВСУ вышла в договоренке с Путиным, то все, чтобы потом сделали формулу Штайнмайера, так называемую. А националисты туда, наоборот, поедут, чтобы дежурить, чтобы не нападали боевики на украинское население, проукраинское население, которое там один на один остается без милиции, без ничего. Ну почему бы нет? Нас должны что-то защищать. Если нас нападет еще кто-то. Вот, that's right. Это очень правильно. Молодчина. Спасибо большое. Счастливенько, удачи.